привет! Меня зовут Евгения Лей Или, и сегодня выпуск на канале Николая будет не совсем обычным. Периодически Николай будет уступать место в кадре мне, и мы расскажем о том, каким видят российские преимущественно парфюмеры год уходящий 2022, поделятся планами на год 2023, конечно, расскажут о том, что планируют сделать, и о том, какие новинки были у них в этом году. До того, как мы начнем калейдоскоп наших интервью, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он был самым ярким, самым веселым, самым запоминающимся, самым ароматным. Ну и, как говорится, 2023 пощади. Здравствуйте, друзья! Я представляю вам директора парфюмерного клуба Марианну Пенькову. Сейчас она нам расскажет про грядущие новинки, про грядущие обстоятельства, про то, что нас ожидает в следующем году, и расскажет, как прошел этот заканчивающийся год. Поэтому небольшая реклама, и мы, собственно, продолжим уже дальше разговаривать с Марианной. А вам не переключаться и смотреть дальше. Добрый день, дорогие друзья! Я директор парфюмерного клуба России Марианна Пенькова. Хочу сказать, что сегодня мы фактически на пороге Нового года. Сегодня у нас в отеле «Националь» проходит Vast New Year Salon. Что же я держу в руках? Ну, конечно же, это «Полярная ночь», победитель нашей премии, самая престижная международная премия FIFA Awards Russia. Буквально 2 недели назад подвела итоги. И вот он, призер. В сегменте Local Niche «Полярная ночь» от бренда «Aurora Borealis». Мы за него болели, голосовали, но, знаете, не были уверены, что наша «Полярная ночь» займет призовое место. Но это случилось. Все эксперты премии FIFA Awards практически единогласно поставили в этом сегменте этому аромату самый высокий балл. Это наша самая большая победа и самый классный итог года уходящего, года 22-го. Ну вот сегодня на нашем салоне происходит много всего очень интересного, много участников разных и новых, и старых, и это очень приятно. И еще один итог уходящего года – инди-парфюмерии быть, инди-парфюмерия идет в ритейл, идет в серьезное заводское производство, такие как бренд «Aurora Borealis», «Микеле Бьянки» готовит свой выход именно промышленной партии. И хочу сказать, что вот буквально на днях мы встали в салон «Парфюмер». Салон «Парфюмер» в модном сезоне, да, вот сейчас прям именно вот мне прислали фотографию из этого салона. Там присутствует бренд «Aurora Borealis». И прямо с нашего салона в отель «Националь» мы заберем эту статуэтку и просто дойдем до модного сезона, до салона «Парфюмер», поставим там нашу статуэтку, пусть стоит, радует глаз всех покупателей, привлекает к нашей марке. Потому что авторская парфюмерия – это то, с чем мы очень хотим вас познакомить. Познакомить, может быть, всю нашу аудиторию, заинтересованных ценителей парфюмерии. Это вот тоже еще один такой итог уходящего года. А что же нового будет в следующем году? Мы не останавливаемся на достигнутом. 3 аромата есть, в этом году они вышли. Но и вот уже сегодня еще 2 аромата от других наших парфюмеров мы представили на этот салон. А в следующем году, конечно, будет промышленная партия. «Царский лес» и «Заполярный маг». «Царский лес» Андрея Чибисова и от Ольги Короткова «Заполярный маг». Так что ждите! Это наконец-таки случилось. Вы ждали, вы надеялись, когда же все-таки сниму небольшой кусочек с замечательным человеком. Первой женщиной-парфюмером в России. Так она на самом деле есть. Вот. А я только недавно узнал, что Жанна, оказывается, даже в кино снималась. Это было так классно. Мы с моей аудиторией это все же обсудили. В общем, вот. А зачем я позвал Жанну? Жанна любезно согласилась. Сейчас она вам пожелает хорошего следующего, будущего, Нового года. А расскажет, возможно, про какие-то свои планы. Да? Пожелает всем здоровья, денег и удачи. Причем побольше, почаще, без очереди. Без очереди. Дорогие друзья, вы когда не задумывались над тем, почему так важен Новый год? Потому что огромные потоки энергии к нам приходят из космоса именно в эту новогоднюю ночь. И наша задача своими внутренними потоками закрепиться, усилить, увеличить и добавить себе энергии, чтобы хватило на целый год, чтобы хватило на наши свершения, на наши желания, чтобы, понимаете, мы в глубине своего сердца лелеяли радость, свет и то, что привлекает удачу.
Потому что без удачи вообще невозможно ничего в этой жизни делать. И еще очень важно, чтобы помнили, человек не просто так приходит в этот мир. Он приходит делать счастливыми окружающих. Если вы хотя бы одного человека сделали за целый год счастливым, я вас уверяю, вы не зря родились на этот свет. Ну, естественно, в предчувствии новогодней ночи я создала несколько ароматов, которые, с моей точки зрения, наиболее точно отражают то, что является красивым олицетворением человеческого образа. Ведь первых парфюмеров, например, называли чародеи. И современные парфюмеры тоже создают чары вам. Вы из обыкновенных женщин, из обыкновенных девушек сразу превращаетесь в фей. И эти феи украшают жизнь. Всегда помните о том, что наша задача, девочки, украшать эту жизнь. И не забывайте об этом. Вот, поэтому я создала аромат, прежде всего, шампанского. Прозрачный, нежнейший, наполненный пузырьками и таким воздушным, даже немножко похожим на ниточку жемчуга. Вот эти пузырьки шампанского, они, вливаясь вместе с светом новогодней елки, они вливаются в нашу энергию и делают нас счастливыми. Вспоминая эту новогоднюю ночь, мы всегда будем думать, ай, как хорошо будет следующая новогодняя ночь. Это во-первых. Во-вторых, очень важно, друзья мои, как вы будете праздновать Новый год. Если вы будете в веселой компании праздновать, это, конечно, шампанское. А если наедине с любимым, а если наедине с любовью, то я создала аромат, который называется «Молочная молекула». Там просто олицетворение женской кожи, мягкой, молочной, немножко с малиновым оттенком и с оттенком большого количества мускусных веществ. И согреваясь на женской коже, он создает нежный и прозрачный образ женщины, которая, в общем-то, желанна и любима. Это для такого Нового года. Для Нового года у елки где-нибудь на даче это нужны ароматы теплые, бархатные, с большим оттенком фир-бальзама, санталов и так далее. Это радость и глубина новогодней ночи. Поэтому то, что сейчас было создано для Нового года, это особая категория, особое привлечение энергии из космоса. Но в течение года я планирую, конечно, создавать ароматы. Причем ароматы, они приходят совершенно неожиданно. Раз, и возникает аккорд, и я его сразу пытаюсь реализовывать. Поэтому, если говорить про тренды современные, то все-таки современные ароматы, они очень прозрачные, очень нежные, они аурные, они чуть-чуть подкрашивают ваш образ. Поэтому в такой стилистике я планирую создавать ароматы. И не нужно никого перегружать своим ароматом. Взмахнули волосиком, взмахнули ручкой, и пошла прекрасная волна счастья, удовольствия. И вообще, кстати, для современного человека, который хочет добиться в бизнесе удачи, для того, чтобы ему помогали, нужно нравиться. А с помощью аромата, конечно, мы всегда будем нравиться. Но только человек, который правильно выбирает ароматы, когда у него стучит сердце где-то в горле от того, что он слушает этот аромат, это значит, он к нему подходит. И вот человек, который правильно выбирает ароматы, интересуется им, он непобедимо прекрасен. Он будет нравиться. А если, допустим, представьте себе, если нам человек нравится, мы всегда для него сделаем больше, чем для того, который вообще нам безразличен. Поэтому, дорогие мои друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я очень хочу, чтобы вас удача просто преследовала в следующем году, чтобы все наладилось. И чтобы ароматы, которые сейчас вот, были уже созданы, чтобы они принесли вам много энергии, позволяющей выжить в любое время и наполнить свою душу счастьем, потому что счастье – это всегда внутреннее наполнение. С новым наступающим годом! Ура! Что, снова я в кадре. Коля, здравствуй. Здравствуйте все. И со мной сейчас находится парфюмер Елена Даргель. Она также является основательницей школы живописи. Представляет здесь город Санкт-Петербург. Однако я могу сказать, что ее парфюмерная палитра – это и практически вся Россия, и Ярославль, если я не ошибаюсь, и Париж, где она совсем недавно проходила обучение. И сейчас Елена расскажет буквально в нескольких словах, каким для нее был этот год, какие планы у нее на следующий и какие последние вот запуски, чем она порадовала нас в уходящем году.
Привет, друзья! Меня зовут Елена Даргель, и бренд, который я представляю, это бренд To Impress. Я из Санкт-Петербурга, парфюмер, у нас школа живописи, школа парфюмерии. Мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга. Конечно же, вся моя коллекция, она вдохновлена живописью художников, художников, с которыми мы дружим лично, художников, которыми я вдохновляюсь классиками. Вот этот аромат называется «La Danse», аромат, который я держу в руках, он у меня с визуализацией по картине Тулуз-Лотрека «Танец для данс». Ну и, собственно говоря, это аромат про мой второй любимый город, про Париж, про вечерний Париж, когда ты уже нагулялся, когда ты уже посетил все свои любимые музеи, все рестораны. И вот ты счастливо идешь в отель, что называется, довольные, но уставшие, уставшие, но довольные, ты возвращаешься домой. Это вот такой аромат вечерний, аромат хорошего настроения. Он с кожаным акцентом, но этот кожаный акцент идет от абсолюта дамасской розы. Потрясающий аромат, мой самый-самый-самый любимый аромат, точно так же, как и мой любимый город Париж. Францию я обожаю с детства, с 7 лет я изучаю французский язык, поэтому, собственно говоря, ничего другого быть и не могло. Ну а если говорить про планы, то 2022, конечно же, корректировал нас на каждом шагу, но могу сказать, что в плане парфюмерии он был удачный, у нас было много интересных проектов, и мы, конечно, не собираемся останавливаться. Мы сделали ребрендинг нашей коллекции. Сейчас мы называемся To Impress. Мы встаем в интересные локации. Наши ароматы можно узнать и в Доме парфюмера в Москве, и у нас в студии в Санкт-Петербурге. И в скорости можно будет и в крупных универмагах нас увидеть. Загадывать не буду. Все узнаем в 2023. С Новым годом! Ну что, дорогие друзья, у меня в кадре Андрей Адыту. Сейчас мы ему позадаем. Ну, я ничего не буду задавать, он сам все сможет, сам все расскажет, сам все покажет. Расскажет про свою новиночку, да, которую он совсем недавно презентовал. Вот, поэтому передаю слово Андрею. Он вас будет поздравлять, хотел сказать, с днем рождения, с Новым годом. Вот, пожелаю там счастья, достатка, в общем, как и спикеры до. Так что вот, не переключайтесь, мы еще кого-нибудь потом выцепим из зала. Будет весело, интересно. Неожиданность, друзья. Сейчас в кадре Николя, а в кадре я, Евгения Лей-Лей. И рядом со мной Андрей Чибисов, парфюмер, резидент парфюмерного клуба России, резидент продюсерского центра «Аврора Бореалис». С этого года член международного жюри премии FIFI Russian Fragrance Award. И сейчас он нам сам расскажет о том, каким для него стал этот год и какие планы у него на 2023. Дорогие друзья, всем привет! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот год принес мне очень много событий разных, в том числе участие в качестве жюри международного конкурса. И в этом году я сделал несколько просто супер классных мега новинок, которые очень понравились публике. И одна из них — это аромат Мэри Мандарины, который посвящен Новому году и создан из всего трех нот. Это мандарин, шампанское и елка. Вот такой, так выглядит флакон, полноразмерный, 50 миллилитров. Я сейчас покажу. Минуточка ASMR в прямом эфире. А вы, что же не молчите, можете пока кого-нибудь поздравить чем-нибудь. Вот так вот выглядит данный флакон. Аромат Мэри Мандарина – это вы в новогоднем празднике, а не праздник на вас. И аромат, думаю, попробовать стоит всем, кому очень важно ощущение праздника не только в сердце, а и вокруг вас. Очень-очень классный, я уже попробовала и очень советую покупать. У Андрея есть специальные наборы, как раз новогодние, 3 по 10, и это настроение праздника и до, и после, и вместо для тех, кто не употребляет алкоголь, например. Да, в этом наборе представлен аромат Мэри Мандарина, а также ягоды с шампанским Берри Бериссимо и победитель прошлогоднего шоколадного конкурса Рокко Чоза. Очень клевые новогодние ароматы, рекомендую.
Андрей, и все-таки о планах на следующий год. В следующем году я планирую выпустить свою финальную 8-ю линейку, которая будет называться «Mia», по-итальянски «Моя». То есть это такая личная линейка, где я делаю ароматы как свои личные переживания. То есть они вроде бы личные, но я очень хочу поделиться этими переживаниями с вами. Я надеюсь, линейка понравится. Ну и я напомню, что «Аврора Бореалис» также планирует к выпуску, к промышленному выпуску, один из ароматов Андрея Чибисова. Скоро узнаете, что это будет за аромат. Всех с Новым годом! С наступающим Новым годом! Ура! Ура! Только шампанское не налили. И снова всем привет. Еще один небольшой фрагмент сегодняшнего праздничного выпуска. Со мной в кадре Валерия Томилина, руководитель, создатель, идейный вдохновитель компании Premier Beauty, которая является дистрибьютором очень крутых марок мейкап-косметики профессиональной и также дистрибьютором официальным трех брендов, один из которых я лично в России ждала 3 года. Знакомство состоялось в 2019 году. Это были еще лаб-сэмплы, которые привозила в Москву Натали Фестауэр, создательница этих ароматов. И вот, наконец-то, бренд пришел в Россию и не просто пришел, триумфально ворвался, получив премию FIFI Russian Fragrance Awards. Ура! Собственно, теперь 2 слова Валерии. Она расскажет, с какими трудностями это все было сопряжено и поделится планами, конечно же, на будущее. Да. Ароматы Лор Париж. Это удивительная история их прихода в Россию. Когда мы привезли ароматы, мы были не знакомы ни с одним ароматом, мы не слушали, не знали, что мы везем. И только вот разговоры и обсуждения с Евгенией и еще с некоторыми блогерами нашими парфюмерными, в том числе, кто слышал ароматы, это вот «Маленький дракон», их мнение стало самым существенным в нашем решении привезти в Россию в Лор. Так что спасибо огромное. И вот Лор в Москве. Лор переводится «золото». И в названии бренда зашифровано имя создателя Роллы Хадад. Огромный ей привет передаем. И, конечно, Ролла. И, конечно, парфюмеру Натали Фестауэр. И поздравляем с победой, как сказала Женя, действительно ворвались на парфюмерный рынок. И наш прорыв года – это вот аромат, который как раз Женя показывала, утлоты. Желаем всем приятного знакомства и новых парфюмерных открытий. Но так что... у нас тут еще стоят очень симпатичные, очень оригинальные, необычные да. флаконы. Это Оскар Лондон. Да, то есть Париж, Лондон, мы совершаем путешествие. О чем эти ароматы? Это ароматы очень интересные. Каждый аромат назван именем города. Так что вот мы держим с вами Версаль. Который стал тоже обладателем премии FIFI премии Russian за самую красивую упаковку. Вот. И посыл бренда, философия бренда «Оскар Лондон» – у каждого должен быть свой «Оскар». Так что порадуйте себя «Оскаром». И еще один парфюмерный бренд, который наша компания представляет классика 10 уже. Лет в России – это «Миллер Харрис Лондон». Это очень красивые ароматы, это классика парфюмерного искусства. Поэтому всех приглашаем на наш сайт supremebeauty.ru, в наш шоурум на метро «Динамо» в отеле «Аэростар». Приходите знакомиться с нашими ароматами и вообще знакомиться. Будем очень рады. Ну что, друзья, со мной новый собеседник. Это Микеле Бьянки.
российский парфюмер итальянского происхождения. Я его считаю вот максимально русским, насколько это возможно для человека, приехавшего на ПМЖ в нашу страну из другой страны, из теплой солнечной Италии. И сейчас Микеле нам расскажет о том, каким для него был год 2022, что он принес хорошее, может быть, не очень, какие мечты, планы и надежды на 2023. Всем здравствуйте, с вами я, Микеле Бьянки. Поздравляю с наступающим Новым годом. И да, этот год был для меня интересный, хороший, потому что я продвигаюсь в свой проект и скоро планирую выпустить свою первую промышленную партию. И надеюсь, 2023 год будет еще и лучше, интереснее, для меня продуктивнее. Тебе нас надо поздравить всех по-итальянски с Новым годом. С Новым годом. Felice anno nuovo 2023. Чао. Всем привет. Я Вера Новикова, парфюмерный блогер и, ну, не только, и вообще энтузиаст российской косметики и российской парфюмерии. Если говорить о том, чем мне запомнился 2022 год в плане парфюмерии российской, он запомнился, во-первых, очень ярким запуском личного бренда парфюмерного клуба России «Аврора Бореалис». Это вообще очень мощный старт, и дело даже не столько в самих ароматах, которые, ну, удачно выбраны, я сейчас не об этом, а в том, что наконец мы преодолели этот путь от авторской крафтовой парфюмерии к производству уже промышленному. То есть адаптация крафтовых формул для промышленного производства – это огромный шаг. Да, такой маленький шаг, чисто технический, но большой шаг для российской парфюмерии, на мой взгляд. Потом, опять-таки, очень меня вдохновило, и не только меня, а всех парфюмеров российских, большинство российских парфюмеров, инициатива парфюмерного клуба, большой проект «Парфюмерная карта России». Он собрал столько ярких ароматов, столько ярких представителей, скажем так, российской парфюмерии, и очень многих вдохновило. Я сейчас смотрю, что это просто как вот как снежный ком накапливается, потому что готовят парфюмеры, продолжают эту инициативу, и очень много интересного действительно вот в этой плоскости получилось сделать. Ну и в целом все активные, очень много хорошего. Я хочу пожелать и в следующем году больше творческого энтузиазма, больше полета творческой мысли и результатов нам на радость, всем парфманьякам. Кстати говоря, если вы хотите познакомиться с российской парфюмерией, пожалуйста, у меня есть прекрасное предложение, называется «Парфюмерный вояж». Это проект, который организован для знакомства с российской парфюмерией, чтобы можно было дотянуться до ароматов в самых отдаленных уголках России. Это, по сути, такое ароматное письмо, которое по эстафете высылается от одного участника к другому. Вы получаете коробочку, в ней 24 аромата, у вас 6 дней на то, чтобы протестировать, а потом обязательно написать обзоры, ну и отправить следующему участнику. И так у нас география огромная, просто от Южно-Сахалинска до Севастополя, от, я не знаю, там, севера какого-то, сейчас забуду, до Сочи, огромное количество участников, и мы уже вот в январе будем 4 года проекта отмечать. Поэтому приглашаю, присоединяйтесь, это интересно, чтобы вот так не я вам рассказывала, вы сами что-то попробовали, составили свое впечатление. Все, всем пока, всех люблю. А уже идет видео? Конечно, я потом отрежу. Всем большой привет! Представляю вашему вниманию Татьяну Лаухтину, создательницу своего собственного бренда Татьяна Лау. Прошу любить и жаловать. Собственно, вот наша самая Татьяна. Здравствуйте! Так, Татьяна, зачем я позвал? Ну, собственно, как вы видели наши такие небольшие интервьюшки до, хочу задать несколько вопросов, собственно, познакомить вас с молодым
молодым дарованием, потому что про Татьяну я узнал, например, только в начале этого года, хотя человек участвовал и до, да, на всяких различных ивентах и мероприятиях. В общем, вот, я Татьяну уже, как свою подружайку, хорошо знаю, мы с ней хорошо общаемся, поэтому прошу любить и жаловать Татьяну. Татьяна, вот хочу тебе задать тебе парочку вопросов. Как для тебя прошел предыдущий год? Что ты для себя почерпнула, что ты для себя выудила, да, из прошлого года? Какие планы на следующий? Выставочная деятельность. Да, да. Выставочная деятельность. Ну, во-первых, конечно, выставочная деятельность, такие выставки, вот российские, нишевые парфюмерии, это огромный стимул для работы. Это прекраснейший фидбэк, обратная связь, потому что, общаясь с посетителями и слыша их реакцию, что им нравится, это так вдохновляет на новые свершения, потому что людям творческим, ну, невозможно жить без обратной связи. Да, нам нужно понимать, что людям это нравится и кому-то это нужно. Собственно, Татьяна, я не просто так ее позвал, не просто так я рекламирую хорошее и красивое. Это ученица Жанны Анатольевны Гладковой, да, соответственно. При моем первом знакомстве с ароматами от Татьяны они мне понравились, правда, потому что, собственно, всегда ученик черпает вдохновение от учителя, и, соответственно, в работах Татьяны это чувствуется, но здесь есть собственное лицо, здесь уже есть собственный бренд и свое собственное «я». Я большой фанат, не могу выговаривать Татьянины названия, они для меня слишком тяжелые. Фатаморгана, Фатаморгана, да. Фатаморгана, в общем, аромат про необычную для меня розу. Вы знаете, что я уже где-то писался в Телеграм-канале, уже хвалил, все мои знакомые друзья так или иначе приобрели данный бренд, аромат, и он очень понравился без безумия. Какие планы по созданию ароматов на следующий год? Что тебя вдохновило, либо что тебя вдохновит, расскажи к нам чуть-чуть. Сегодня я представила новую линейку, она называется «Хулиганская», и первый парфюм из этой серии называется «Пунктуальность, это не про меня». Как мне пришла эта идея? Ну, конечно же, я опаздывала на определенные мероприятия, пока ехала в пробке в такси. Ну и, как из рога изобилия, пошли названия, которые я решила объединить в серии «Хулиганская». Это не будут хулиганские ароматы, то есть там не будет аромата шпал, мокрой земли или чего-то вот такого неблагозвучного. Ну, тем не менее, все равно хотя бы в названиях я решила немножечко позволить себе похулиганить. И танцевальная моя линейка, она также будет продолжаться. Сейчас, может быть, это не только от Tribal Fusion. Я, вероятно, сделаю еще 1-2 парфюма про уличные танцы и танцоров. Я уже даже знаю, кто будет олицетворять, будет лицом у этих ароматов. Они пока еще об этом не знают, но скоро узнают. Что еще? Как тебе перспектива того, что про российскую нишу начинают узнавать все больше людей, люди ей интересуются? Это классно. Это потрясающе. Это конечно, это классно. Вот. Ну что, я Татьяну отпускаю дальше в зал, да, радовать своими ароматами и знакомить посетителей. Есть что добавить, пожелать на следующий Новый год людям? Конечно, есть. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю в первую очередь, конечно, гармонии внутренней, мира нам всем. И будьте счастливы. Все. Пока. Всем привет, меня зовут Оксана, Little Dragon, я парфюмерный обозреватель. Ссылку на мой канал вы можете найти в описании у Николая. Что я вам хочу сказать? Заканчивающийся год был потрясающим. Парфюмерных открытий – море. Самое главное открытие – это авторский проект парфюмерного клуба России «Аврора Бореалис», то есть «Северное сияние». И мой личный фаворит – это аромат «Полярная ночь», парфюмер Николай Еремин. Влюблена, очарована. Один из самых красивых ароматов, которые я вообще, в принципе, встречала в своей жизни. При случае всем рекомендую от всего сердца с ним познакомиться. Что я могу пожелать в преддверии наступающего года? Конечно, любви. Любви всеобъемлющей, парфюмерной. Любви к жизни, любви к людям и любви к самому себе. Всех люблю, целую. Удачи! С Новым годом! Всем еще раз привет. Наконец-таки в кадре появляюсь уже я. Я представляю вам новую восходящую звезду на просторах российской парфюмерной инди-парфюмерии, наверное, да? Инди-промышленности, ну да, можно сказать.
Прошу любить и жаловать, Владимир со своим новым брендом. А для меня бренд не новый, я с ним уже познакомился на предыдущем, что у нас было, ярмарка. Ярмарка, да. Ярмарка инди-парфюмерии. И сегодня вот я сейчас забираю у создателя флакон Балавадани, да? Бренд Балавадани парфюмерс. Вот. Расскажите немножечко, откуда такая красота, да? Какие планы у вас на следующий, грядущий год? Будете ли развиваться? Появится ли наконец-таки сайт? Ну, что-нибудь нам расскажите, нам будет приятно. Приветствуем всех. С наступающим Новым годом и вас, и зрителей. Ну, у нас недавно появился наш бренд. Мы молодые, можно сказать. Ну, давно увлекаемся этим. Но бренд был создан недавно. Угу. У нас ароматы есть разные. Мы очень любим винтажную парфюмерию. Иногда углубляемся в те мотивы одеколонов. Вот у нас есть там линеечка одеколонов, где мы используем там натуральные ингредиенты, которые подчеркивают шипровые ароматы. Есть определенные там цитрусовые какие-то композиции. И наряду с этим мы делаем современный аромат. Вот сейчас мы сделали буквально вот перед... Московский, да, Арбат. Московский Арбат. Это посвящено... это, скорее всего, что, знаете, я вам скажу, я помню свою молодость, вот, юность, когда я приехал в Москву, и вот этот осенний, вечерний Арбат с вот этой свежестью, с ветерком, вот хотелось так воссоздать те впечатления своей юности, и посвятили этот аромат Арбату. Это интересно. Интересно. Это пахнет действительно воздухом. Воздухом, да. С какими-то включением то ли специй, то ли цитрусов. Да, здесь что-то... есть специи, здесь есть... Здесь ментоловые ноты точно, немножко. Точно. Они придают вот этот, подчеркивают ветерок. Холодок. Ветерок, да. Холодок уже такой осенний. Еще не холодно, но такой осенний ветерок. А деревяшка какая? Слушайте. Деревяшка здесь, да, здесь деревяшечка. Здесь есть это кедровые такие нотки. Он уходит в такую древесность, мускусную древесность. Розовый перец. Вот то, что вы говорили, что в нем есть нотки, да. Нотки пряные специи, да. Розовый перец. Я вас перебью. У меня есть в моей личной коллекции. Я, к сожалению, вам, естественно, это все не показал, потому что мне все это очень много. Аромат под названием Кодру, да? Кодру, да. Кодру. Это молдавский лес. Зеленый такой, прям все поглощающий. Прям, ну, прям вообще Грин Кодру, да. Зеленые кодры. Вот. Что сейчас, ну, у нас нет смысла пропиарить парфюмера, да, но я это сделаю. Кардинально отличается, во-первых, сырьем данного человека. И... бленд, да, наверное, это так назвать, потому что, правда, я скажу, что подобного на просторах нашей инди-парфюмерии, я с ней знаком давно, я не встречал. Вы большой молодец. Спасибо. Фу. Стараемся. Да. Но мы используем интересные, редкие ингредиенты. Хочется, знаете, вот именно подчеркнуть настоящую нишевую парфюмерию, с чего она начиналась. Это современный подход именно к тем материалам, которые использовали, можно сказать, 100 лет назад, потому что есть такие материалы, которые очень много были заменены синтетическими молекулами, и я думаю, что у нас появилась уникальная возможность именно использовать эти ингредиенты и эти ароматы. Мы не хотим, чтобы они были лишены современности, чтобы они были вот это слияние винтажного и современного стиля, они должны дать вот такой вот результат, то, что мы хотели, ну, дать зрителю, чтобы слушателю, ароматы слушателю, да, слушателю, чтобы он ознакомился с нашими ароматами. Вас что ждать на постоянной основе на Вастах в следующем году? Ну, конечно, обязательно. Отлично. Обязательно. Мы будем участвовать. Что? По планам создавать парфюмерию, удивлять людей. Нам, вы знаете, очень приятная обратная связь, когда вот девочки тестят наши ароматы, и мы видим эти глазки и улыбки. И, ну, только девочки и мальчики. И вашу я улыбку заметил, когда вы тестили мой аромат. Поэтому мы получаем двойное удовольствие, когда мы создаем эту композицию, и когда мы получаем обратку от вас, эмоции ваши. Спасибо. Они спасибо. Нас подогревают и дают возможность нам дальше развиваться. Ну все, наверное, мы закругляемся. Я отпускаю человека дальше в обеденный зал на мероприятие. Вот. Всех с Новым годом. Всех с Новым годом. Всем удачи. Всем удачи.
И снова я в кадре и наш новый собеседник Ясир Джамус, представитель компании Roya Group, которая является дистрибьютором ряда косметики, преимущественно польской, это да, Беленда, да, насколько да. я помню, и нишевой парфюмерии. И сейчас он поделится тем, каким был год для его брендов уходящий, расскажет планы на 2023. А я напомню, что Ясир также представляет в России бренд Coquelette Paris, и один из ароматов стал победителем премии FIFI Russian Fragrance Awards. С чем мы, собственно, поздравляем Ясира и передаем ему слово. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили на эту встречу. Для меня огромная честь быть с вами здесь на этом празднике перед новогодней Васты. И мы всегда друзья парфюмерного клуба. И рады всегда участвовать в мероприятии. И на самом деле, конечно, в этом году был у нас и, конечно, не так хороший в начале, но посередине года уже начал подняться уровень и продаж, и всего, в общем, что по косметике и что по парфюмерии. По поводу вот косметики, конечно, я не буду говорить об этом, потому что у нас есть специалисты, есть и девочки, занимаются этим. А поговорю о два бренда, Patrice Martin и Coquelette Paris. Конечно, есть и третий бренд, который помимо Roya Inidot, но я занимаюсь тоже этим брендом и курирую его. Это Arabian Wind тоже. По поводу Coquelette, конечно, парфюмер розовая. Она вкладывает всю душу в этот бренд. Конечно, она и не только этот бренд, и она для мировых брендов делает несколько ароматов. Ну, конечно, не афиширует, продает формулы. Вот поэтому и есть успех с этими вот брендами. А по поводу вот Coquelette именно, я посмотрел последние, наверное, 3 месяца. Очень заинтересовало людям вот этот бренд. И им интересно, что и если гурманский, если там восточный, если там цветочный, разные направления. А по поводу Patrice Martin, конечно, был старт, конечно, в гостинице «Националь» с парфюмерным клубом. Это было в 2019 году. И был, конечно, с нами и парфюмер Patrice Martin сам, и компания, которая поддержала нас, это «Floresans». И благодаря и Татьяне Николаевне это старт начали. И бренд на сегодняшний день, он уже более будет. Конечно, сейчас вот уже 11 ароматов. И на днях уже выпустим 3-4 аромата. Из этих линейки, да, мотивы какие-то есть, конечно, по ароматам, чтобы не было. Конечно, схожие, там, не, как говорят, там, это один в один, или копия, или реплика. Это мотивы мы берем, мы отдаем парфюмеру, чтобы он нам создавал ароматы, мне не надо копировать, мы говорим. По поводу вот новинки будут там эксклюзивные ароматы, которые именно для нас были созданы. Мы не будем сейчас разглашать имена парфюмеров и с какими компаниями работали. Но я думаю, увидите и вам будет интересно познакомиться со всеми ароматами. И по поводу Coquelette, наверное, в будущем году будет специальный аромат для России именно выпущен. Буду уже с парфюмером розовая, буду разговаривать и какие направления нам будут интересны об этом. Спасибо вам огромное. Спасибо. С Новым годом всех. Спасибо. Что, мы, наверное, будем закругляться данным видеосюжетом, данным видеороликом. Наконец-таки я появился в кадре вместе с Женей. Кстати, на Женю вы можете пройти подписаться, все ссылочки будут внизу в инфобоксе. Также подписаться на всех тех спикеров, которые сегодня мы выцепили вместе с Евгенией и посадили за эту прекрасную елку. Вот. Что хочу сказать от себя. Большое спасибо, что, ну что скрывать, Женя меня приглашает на все эти ивенты, на все эти вечерушки, знакомит с интересными и новыми для меня людьми, брендами. Я развиваюсь сам, я помогаю, возможно,
возможно, как-нибудь вам увеличить свою олфакторную библиотеку, расширить свой горизонт познаний, все вот это, как любят говорить, очень красиво. Все, от себя хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Скорее всего, это видео выйдет в самом конце декабря. Я тут все смонтирую, все будет очень красиво. Вот. Любите себя, берегите себя, передаю Жене слово, может быть, ей что-то хочется сказать, финальную точку, да мы разойдемся. Год был на самом деле очень непростой, и если вы вспомните наше мартовское видео, да, через многое пришлось пройти, многие цепочки каких-то действий пришлось российскому рынку перестроить, но вы сами видите, что никто никуда не делся, наоборот, такие вот вещи, такие события, они дают возможность искать новые точки роста. И я, например, как блогер и как сотрудник парфюмерного клуба России, очень рада, что такие точки роста найдены очень многими. Я желаю нашим парфюмерам не останавливаться на достигнутом, творить и вытворять. Я желаю каналу Николая цвести и процветать. Ну а вам всем нюхать и наслаждаться прекрасной парфюмерией. С Новым годом! Всех еще раз с Новым годом и пока-пока-пока! Все, минуточку внимания, не спешите закрывать данное видео, потому что для вас будет, возможно, интересная, ценная информация. Я вместе с Российским парфюмерным клубом хочу разыграть среди моих подписчиков ароматы. Одни очень крутые ароматы, которые я вам сейчас покажу и расскажу. Это ароматы от бренда Aurora Borealis. Кто-то из вас сможет выиграть вот этот travel set, который состоит из трех ароматов. Вот, получите целую антологию. Выглядит это вот таким вот образом. Внутри вас будет ожидать три миниатюрки по 10 мл наших авторов. Это «Белая вода», это «Северное лето» и мой самый-самый любимейший «Полярная ночь». Что нужно, чтобы выиграть вот эту красоту? Во-первых, быть подписанным на мой канал. Во-вторых, оставить комментарий под этим видео. Любой, который вы сочтете нужным. Вот. Пожелать мне, пожелать парфюмерному клубу процветания, пожелать всем Нового года, здоровья и счастья. Вот, видео это я опубликую 25 числа, и давайте договоримся так, что победителя я выберу 29 числа при помощи рандомайзера, какого я еще не придумал, но все писательное участие вы найдете в инфобоксе. Вот, и отправлю приз за свои кровные по всей территории Российской Федерации. Если вы меня смотрите из-за рубежа, но у вас есть родственники, знакомые, кто смогут принять данный замечательный подарок, пожалуйста, воспользуйтесь таким шансом. Мне приятно, вам вдвойне приятно, а парфюмерному клубу большое спасибо за предоставленный подарочек. Ну, в общем, как-то так. Все, любите себя, берегите себя, пользуйтесь хорошей парфюмерией, знакомьтесь с чем-то новым, интересным для вас. С вами был я, мистер Николай, с вами была моя любимая, моя хорошая Евгения, которая помогла провести данный выпуск. И с вами был Российский парфюмерный клуб и бренд Aurora Borealis. Все, испытайте удачу, кто-нибудь из вас выиграет и получите вот такой классный презент, но, скорее всего, уже после Нового года, после праздников. Поэтому. Все, всех до хруста безе и увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.